Что-то попало в глаза. Я сама сейчас уже лягу вместе с ним спать. Вот так. Подожди, нам надо камеру поставить с тобой. Сейчас, так. Секундочку, технические настройки. Сама по себе. Читать книги надо, чтобы были не скучные эфиры. Не знаю, моим подписчикам мои эфиры нравятся. Им со мной не скучно. А если ты другие ведешь эфиры, то веди. Это не наше дело вообще. I speak English very well. Кому-то нужно много читать, а кому-то просто лечь и все. Вот так вот. Неинтересно, это слово совсем в голове у тебя пусто, ты только умеешь ноги раздвигать. Ну и что? Ноги тоже надо хорошо раздвинуть, знаешь ли. А ты не умеешь ноги раздвигать. А я умею ноги раздвигать, а ты не умеешь ноги раздвигать. А лучше бы ты умела ноги раздвигать, я тебе так скажу. Почему только на ночь? Не только на ночь, на две, на три, на пять, на шесть. Как пойдет? А с тобой что, только книги, что ли, читать? Всю жизнь. Привет, привет. Мне пишут, чтобы я не уходила.
Конечно, буду сидеть тут. И вообще, сама по себе, смотрим. Подпишусь на тебя, посмотрим, какая ты в деле. Умница, благоразумница. Которая читала много книг. Не то, что я. Куда мне? Я знаю, что мои волосы на макушке собаки. Поучиться у тебя вести эфиры. Ну, хорошо, я к тебе зайду, посмотрю. А что ты рассказываешь на своих эфирах? О чем общаешься? Пиши, о чем общаешься на своих эфирах? Что такого интересного у тебя есть, чего нету у меня? Чем знамениты твои эфиры? Сама по себе рассказывай, давай, чем известны твои эфиры? Сколько лет ты находишься в Бига? Я заказать хочу сегодня постельное белье. Ребят, какой думаете цвет постельного белья заказать? Есть несколько вариантов. Зеленый, кофейный и винный цвет. Такой бордово-винный. Какое постельное белье лучше заказать? Ну что вы молчите? Не надо молчать.